Поводы на заслуженный отдых нефтепереработчики уже сделали хорошей традицией предприятия. Сегодня в зале около 30 почетных пенсионеров, а еще представители руководства завода и начальники структурных подразделений. Несколько слов о каждом, воспоминания о приятных моментах трудовой биографии и в завершении золотой значок нефтепереработчика, благодарственное письмо, цветы и книга о предприятии на память. Среди тех, кто пришел на встречу, немало людей, у которых в трудовой книжке только одна запись о месте работы. Виктор Васильевич Поляк пришел на завод в 77-м. Его работа отмечена почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь и медалью за трудовые заслуги. Вот как пришел с армии 22 декабря, я устроился и будем говорить по сегодняшний день. Приятно было работать, ну, интересная работа, ну опасно, но и интересная была работа. Ну были периоды, когда развал это, да, ну тяжело было, но справились. Иван Петрович Пилипович на заводе с 79-го. В 86-м указом председателя Президиума Верховного Совета СССР Эдуарда Шеварднадзе был награжден медалью «За доблестный труд». Несколько лет назад получил звание «Гоноровый нафтовик». Оно приятно, что был замечен, что было это отмечено руководством завода. Но все это я как-то вот не работал ради этого. Ради этого гонорового звания или там медали накладывается друг на друга. Но это заслуга, конечно, не только моя, а все тех ребят, которые были рядом со мной. Выход на пенсию Иван Петрович воспринимает спокойно, хотя признается, завод – это большая часть его жизни. Я, конечно, чувствовал гордость, что я работаю на этом заводе, потому что я видел, что действительно у нас и заработная плата, и социальные какие-то условия. Все на довольно-таки очень высоком, хорошем уровне. Завод не безразличен, потому что много, очень большая частица своей жизни отдана ему, и осадок остается. Но я прекрасно понимаю, что это не процесс не остановится, все уходят, молодежи надо на работу устраиваться. Надо поработали, освободили, пришли другие, им работать дальше. Иван Николаевич Шурпач тоже носит звание гонорового. Признается, поначалу оставаться дома было непривычно. Первый месяц было так, да. Ну, сейчас как-то привык, у меня внуков много, есть с кем погулять. Там. Более привык уже, можно сказать. Пенсия – не время для уныния, а возможность получать удовольствие от жизни. Так считает Наталья Анатольевна Павлюк. С 86-го года она работала в жилищно-коммунальном хозяйстве завода. Я пошла на пенсию, я довольна, что я дожила до этих лет. И встречаюсь с друзьями, с коллегами. Вот, на работу иногда захожу, но у меня дети, внуки, помогаю детям, потому что трое внуков. Вот, у меня работают зять один и второй на заводе, поэтому все, информации, все, я тоже про завод знаю. Например, вот я собираюсь сейчас в санаторий «Сосны» с мужем, я еду отдыхать с 5 марта, уже заказала путевки. Поэтому я как отдыхала в санатории, так я еду, меня не думаю, что меня кто-то бросит, кто-то оставит. Кстати, заводских пенсионеров действительно не оставляют один на один со своими проблемами. Это закреплено коллективным договором. Об этом напомнил ветеранам заместитель генерального директора Геннадий Тетерук. Вы всегда знаете, что всегда можно прийти в этот дворец и здесь прекрасно провести время. Хочу сказать о том, что санаторий «Сосны» – это наша, мы им гордимся тоже, это из Здравницы, это одно из лучших по набору лечебных процедур таких вот заведений в Республике Беларусь. Также всегда готов вас принять. Вы можете каждый год сейчас оздоравливаться в санатории «Сосны». Это мы тоже как бы изменили в коллективном договоре. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. Вы будете получать газету «Мозырский нефтепереработчик» бесплатно. Это тоже прерогативы нашего завода, то есть в коллективном договоре все это прописано. Кроме этого, пенсионеры могут получать квартальные выплаты, имеют возможность посещать оздоровительные центры, созданные на территории структурных подразделений завода, а еще ездить на экскурсии и посещать корпоративные мероприятия. Лидия Поттер, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».